Вся жизнь Татьяны Картусовой так или иначе связана с многоэтажкой на Можайском шоссе. Здесь выросли ее дети, теперь в гости приходят внуки. А муж и вовсе участвовал в строительстве дома. Сейчас женщина работает консьержкой в родном подъезде. Работала в ГНКИ ветпрепаратов в Москве на 905 года. Потом долго работала горничной в мэрии Москвы. Ну, а вот сейчас уже на пенсии. Дом менялся на ее глазах. Капитальный ремонт здесь был 10 лет назад. Тогда заменили входную группу, облицевали фасад цветными панелями, поставили новые домофоны. Но без нюансов все же не обошлось. Вот тут, когда ремонт делали, то еще провода не прикрепили, то еще что-то не сделали. Пишут, тут же буквально на следующий день приходят, кто положен, кто должен этим заниматься, и все исправляют. Осенью и весной пейзаж возле дома менялся. И дело не в смене времени года. Засор в ливневках превращал тротуар в непроходимый водоем. В этом сезоне коммунальщики среагировали на опережение. Успели вовремя почистить. Хотя задача была непростой из-за запаркованности двора. Вот лужи, видите, стоят. Вот она еще не просохла. Когда дожди, когда начинает таять, вода скапливается. Потому что с точных вот этих ливневок только две. Вот одна и вторая. И, как правило, на них стоят машины. Есть точечная застройка, а есть точечное благоустройство. Во дворе дома по адресу Можайское шоссе 29 старое с новым тесно переплетено. Асфальтированные тропинки, современные лавочки соседствуют здесь со старой детской площадкой. Единственное, что сделали на этой детской площадке за 30 с лишним лет – покрасили. Когда соседнюю заменили на новую, жители 29-го дома надеялись, что эти перемены коснутся и их. Когда делали ту, мы просили, но вроде бы сказали, что мешают вот эти деревья большие, которые уже не поставишь. А когда поставили ту площадку, ну смотрите, она вообще не мешает, эти деревья. Но жители Отрадного не теряют надежду на благоустройство. А пока любуются теми видами, которые есть. Как будто это фотографии из серии «Было-стало». Карина Еряшева, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».